Ну да, я черными играл вначале, а потом уже немного лучше было. Ну, в общем-то, дальше, мне кажется, за равенство, в общем-то, особо не выходилось я ничего. Вы довольны, что партия завершилась? Ну, в принципе, да, конечно. Какой у вас общий счет вот до этого матча? Равный. А? Равный. Равный? Да. А какой? Сколько пар? Нет, мы еще быстро играли. Последняя победа была за ним, я потом еще выиграл в Томске, но он выиграл. В общем, счет равный. Ну, Фаросе, ты выиграл турнир? Ну да. То есть уже как бы моральный победитель? Сергей, вы довольны, как складывается вот этот год для вас, ну, в плане шахмат? Нет, год ужасный. Это сейчас 7-й, да? Да. Пока хуже некуда. Ну, потому что сломаю тенденцию.